идея создать вот эту такую книгу, собрать под одной обложкой в одной квартире мои произведения, которые в разное время публиковались в разных газетах, журналах, где-то там потерялись, затерялись, и уже кое-что можно и не найти. Поэтому мне захотелось собрать вот все, чтобы это вместе было. Но работать, конечно, было... Год-то мы работали точно. Насколько мне известно, обязательно во все библиотеки пойдет эта книга. Во все еще какие-то органы, организации, детские, не детские. Кому это интересно. Она предназначена тем людям, кому нравится Тюменская область, кто интересуется историей Тюменской области, а самое главное – людьми Тюменской области. Вот те люди, которые здесь собрались, тут большинство герои этой книги, а если так полистать ее, посмотреть, то получится, что в этих материалах по существу история нашей Тюменской области лет за 50-60, наверное. Вот мы там ждем скоро 70-летия области будет. И вот почти за все это время вот судьбы этих людей, события, с которыми связаны эти люди, они показывают область, нашу Тюменскую область. Так что книга адресована жителям Тюменской области в первую очередь.